наглядное ухо и разные обдарить едва. Собирайся, как ты. Конечно. А это наш третий готовится основать эту вену. В Великом Устюге впервые открылась заправочная станция для электромобилей. Соглашение о сотрудничестве подписали администрация Великоустюгского муниципального района и Ассоциация владельцев электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры. Одну такую зарядку мы установим у вас на отчине, и две таких зарядки мы установили в Великом Устюге. В сказочной вотчине Деда Мороза будет открыта вторая станция. Российский Дед Мороз высоко оценил проект, который в первую очередь направлен на сохранение экологии. И даже самолично прокатился на самом безопасном в мире автомобиле Тесла. Дед Мороз очень рад, что у его гостей сейчас появится выбор в пользу электрокаров, и они смогут приезжать на экологичном виде транспорта. Добрая лошадка. Скоро и у вас будет такая. Ну что ж, мне пригодится. По стране путешествовать очень много. Я думаю, что с такой современной техникой никто из ребятишек никогда не останется без новых путевок. Вотчина волшебника расположена в красивейшем сосновом бору, и это очень важно — сохранить созданную природой сказку.